Большое спасибо, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Разрешите поблагодарить организаторов данного мероприятия за предоставленную возможность мне представить результаты нашей клиники по опыту применения высокодозной химиотерапии с трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток у детей с опухолями центральной нервной системы. Нужно сказать, что все мы знаем, в 2016 году Всемирная организация здравоохранения был последний пересмотр всей большой классификации гистологической по опухолям центральной нервной системы, и до сих пор мы ею пользуемся. Когда мы говорим о высокодозной химиотерапии, нам важно понимать биологию опухоли и все-таки обращать большее внимание на опухоли, которые биологически должны иметь хорошую химиочувствительность. Конечно, в первую очередь это большая группа эмбриональных опухолей у детей. И еще одна группа – это геморативно-клеточные опухоли, которые также по своей биологии должны иметь хорошую химиочувствительность. По эпидемиологии всем хорошо известно, что опухоли головного мозга занимают до сих пор лидирующие позиции по заболеваемости. По данным последнего статистического исследования по Соединенным Штатам Америки, это около 5 случаев на 100 тысяч детского населения. Эмбриональные опухоли головного мозга составляют одну из больших групп всех опухолей центральной нервной системы. Подавляющее большинство – это медулобластомы. Также мы встречаемся и с некоторыми другими примитивными нейроэктодермальными опухолями и атипической тератоидорабдоидной опухолью и некоторые другие также. До сих пор, несмотря на хорошие методы лечения, опухоли центральной нервной системы занимают лидирующую позицию также и в детской смертности, уступая место только врожденным осложнениям, аномалиям генетическим и несчастным случаям. Пик заболеваемости приходится у эмбриональных опухолей, это младший детский возраст от 0 до 4 лет, в дальнейшем заболеваемость снижается, и во взрослом возрасте мы практически уже не видим эмбриональных опухолей. В то время как геморативно-клеточные опухоли, в свою очередь, имеют пик как раз в подростковом возрасте, и в дальнейшем во взрослом возрасте они также могут встречаться. Напомню, что в 2011 году был выполнен большой прорыв в исследовании, в частности, медулобластом, когда Том Тейлор и большая группа его соавторов показали нам молекулярно-биологическую стратификацию этих опухолей, где все медулобластомы были разделены на 4 большие группы, учитывая их биологию и некоторые другие факторы, что важно влияло в дальнейшем на прогноз заболевания. Факторы также существуют, которые показывают сегодня, уже мы знаем, эффективность лучевой терапии в тех или иных случаях, эффективность химиотерапии, ну и долгосрочную выживаемость у пациентов. Но наука не стоит, все развивается, и сегодня мы уже видим, что каждая из этих 4 групп делится на свои подгруппы, имея свои уже мутации и свои данные по выживаемости в зависимости от сигнальных путей поражения и ответа на соответствующую терапию. Одной из наиболее больших исследовательских групп является группа HIT-SEOP-PNET-4, которая в 2015 году опубликовала работу довольно длительного наблюдения, включающая в себя 338 пациентов с медулобластомой, где доктора исследовали влияние различных молекулярно-биологических факторов на выживаемость пациентов. Мы видим, что мутация бета-катенина, мутация в гене CTNNB1 показывает хорошую выживаемость, в то время как наличие хромосомных аномалий в 17-й хромосоме приводит к резкому снижению выживаемости. Также мы видим, что пациенты группы VNT обладают максимально хорошей выживаемостью, приближающейся к 100%.
Ну и одной из наиболее важных групп, которых мы должны исследовать, это дети младшего возраста. Внимание к ним уделяется в связи с тем, что в этой группе пациентам на сегодня мы уже отказались от выполнения краниоспинального облучения, что при эмбриональных опухолях является эффективным, однако в детском возрасте в таком она показывает выраженные нейрокогнитивные осложнения, которые несовместимы в дальнейшем в жизни. В течение развития истории основные исследовательские группы по выявлению методов лечения и исследования пациентов с опухолями мозга показали определенные методы, которые могли бы использоваться в альтернативе, что заменяет краниоспинальное облучение. Это использование высоких доз метотрексата, введение метотрексата интратекально, использование также высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией, ну, либо локальную лучевую терапию, но в высоких дозах с поддержкой стволовыми клетками. Второй группой, которая может также рассматриваться в плане эффективности проведения высокодозной химиотерапии, это дети с рецидивами. К сожалению, на сегодняшний день мы не имеем эффективных протоколов лечения данной группы пациентов, что также доказано многими ведущими исследовательскими группами, и выживаемость в этой группе не превышает 20%. В нашей клинике с 2006 года мы проводим трансплантации, высокодозную химиотерапию детям с опухолями центральной нервной системы. К нам поступают пациенты со всей России. Мы уже выполнили трансплантации 137 пациентам. Это 183 выполненных трансплантации. Из всей группы больных мы разделили их на две группы. Пациенты младшего возраста, 54 человека с эмбриональными опухолями, и дети старшей возрастной группы уже с рецидивом медулобластомы. Медулобластома – это основная группа пациентов. Большую часть составили классический вариант медулобластомы. При попытке исследовать молекулярно-генетическую стратификацию, в основном это пациенты группы SHH, и у 4 пациентов была выявлена мутация NMIG, что в дальнейшем показало плохой прогноз по заболеванию. Клинические пациенты после выявления заболевания, если это первично диагностированный ребенок, после оперативного лечения он получал 3 блока индукционной химиотерапии с последующей консолидацией с применением высокодозной химиотерапии и аутотрансплантации в режиме тандемной трансплантации. Дети с рецидивом заболевания после выявления рецидива получали противорецидивное лечение. При наличии ответа на химиотерапию на определенном этапе противорецидивного лечения мы заготавливали стволовые клетки, в дальнейшем проводя высокодозную химиотерапию однократно с последующей трансплантацией костного мозга. На сегодняшний день период наблюдения за всей группой пациентов у нас составил 60 месяцев. Нужно сказать, что после периода цитопении пациенты восстанавливались. Срок восстановления по нашим результатам, основное влияние на срок восстановления оказывали стволовые клетки. Наиболее эффективными оказались стволовые клетки периферической крови в дозе больше 3×10^6 на килограмм, что позволило минимизировать наши посттрансплантационные осложнения и сократить сроки приживления. Когда мы попытались сравнить дни приживления после первой трансплантации и второй трансплантации в режиме тандемной, значимого нарастания дня приживления мы, в общем-то, не увидели. Таким образом, по результатам, при оценке общей 5-летней и бессобытийной выживаемости у пациентов с первично диагностированными опухолями центральной нервной системы, это дети младшей возрастной группы, мы получили следующие результаты. Общая выживаемость составила 56%, бессобытийная – 41%. В то время как в группе рецидивов пациентов, это старшая возрастная группа, общая выживаемость была уже 37%, бессобытийная – 35%.
в отдельной группе пациентов с медулобластомой общая бессубъективная выживаемость у детей с первично диагностированными опухолями оказалась несколько выше, это 69%, 44% соответственно. В группе пациентов с рецидивом медулобластомы выживаемость была ниже, это 43% и 42% общей бессубъективной выживаемости. У пациентов с медулообластомой мы попытались оценить общую выживаемость пятилетнюю в зависимости от гистологического варианта, молекулярной группы и наличия вот мутации в гене МИГ. Классический вариант медулообластомы статистически достоверно показал лучшую выживаемость в группе детей. Также мы видим хорошую выживаемость у пациентов группы 3 и ВНТ группы по сравнению с группой 4 и SHH. Ну и, конечно, наличие вот амплификации мутации гена МИГ значимо, достоверно снижало общую выживаемость пациентов в этой группе. Нужно сказать, что высокодозная химиотерапия показала эффективность у детей, которые сохранили химиочувствительность. И мы видим, что пациенты, которые имели стабилизацию заболевания на фоне стандартной химиотерапии, выживая, у нас погибли в первые 2 года после трансплантации от прогрессирования основного заболевания. Наличие метастазов и резидуальной опухоли также несколько снижало уровень выживаемости, но данные были недостоверны. У пациентов с первично диагностированными эмбриональными опухолями мы видели лучшую выживаемость у детей с медулообластомой и другими примитивно нейроэктодермальными опухолями. Хуже выживаемость оказалась у пациентов с эмбриональными опухолями с обилием множественных розеток. Ну и, к сожалению, пациенты все с атипической тератоид рабдоидной опухолью у нас погибли от прогрессирования заболевания. В группе же больных с рецидивами злокачественных опухолей центральной нервной системы. Это старшая возрастная группа, пациенты с медулообластомой и примитивными нейроэктодермальными опухолями также имели лучший уровень выживаемости по сравнению с пациентами с рецидивами герминативно-клеточных опухолей, у которых выживаемость оказалась 21%. При оценке осложнений после высокодозной химиотерапии нужно сказать, что мы видели не так много тяжелых осложнений. Они составили всего лишь 13%, это грейд 4 по CTC критериям по различным органам и системам. В основном то, с чем мы сталкивались, это были инфекционные осложнения, нефротоксичность на фоне введения препаратов режима кондиционирования, тошнота, рвота, связанные с тяжелыми мукозитами, ну и также кожная токсичность. Таким образом, кумулятивная частота летальности во всей группе составила 12%, что соответствует литературным данным. Мы также попытались оценить осложнения после первой трансплантации и второй в режиме, когда мы выполняли тандемную трансплантацию, но значимого нарастания токсичности мы не наблюдали. Таким образом, делая выводы, нужно сказать, что высокодозная химиотерапия с аутотрансплантацией действительно может быть методом выбора в терапии пациентов с рецидивами опухоли центральной нервной системы, но при условии сохранения их химиочувствительности, так как в режиме терапии спасения она не показала своей эффективности. Прогностически наиболее благоприятными оказались пациенты с классическим гистологическим вариантом медулообластомы и группы молекулярной ВНТ и группы 3. Ну и, конечно, амплификация гена МИГ значимо ухудшает общую выживаемость в группе пациентов с медулообластомой. Тандемная трансплантация также позволяет улучшить выживаемость у детей младшего возраста с эмбриональными опухолями, первично диагностированными, что позволяет исключить токсическое краниоспинальное облучение у этих детей. Токсичность тандемной трансплантации была также приемлема, так же, как и однократной, и повторная трансплантация не увеличивала количество тяжелых осложнений. Дети с медулообластомой и другими примитивно нейроэктодермальными опухолями показали лучший прогноз по заболеванию, ну вот в сравнении с другими эмбриональными опухолями, такими как эмбриональные опухоли с множественными розетками и атипической тератоид-рабдоидной опухолью.
Разрешите поблагодарить весь наш коллектив клиники детской гематологии, онкологии, трансплантологии имени Раисы Максимовны Горбачевой, наших учителей Бориса Владимировича Афанасьева, конечно, Людмилу Степановну, Ольгу Григорьевну Желудкову, которая является куратором направления нашего по лечению опухолей мозга, Юрия Александровича Пунанова. Спасибо за внимание.